Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, и это «Фокусы от моряка». В этом видео мы продолжаем обзоры интересных нам колод, и сегодня у нас в гостях колода, такая недавняя новиночка Bicycle, которая называется Bicycle Fire. Вот именно эту колоду мы с вами и будем смотреть, и я надеюсь, что ничто не загорится сейчас у нас здесь во время съемок. Ну что ж, внимание на экран! Ну что ж, друзья, мы продолжаем наши обзоры, и добро пожаловать в обзор колоды Bicycle Fire. Кто-то сказал, что она жжется, да, то есть я должен ее вот так вот начать перекидывать, как горячий уголь, как горячий уголь, такой прям, как бы не спалить ручонки. Ну да ладно. Итак, значит, как у нас выглядит колода Bicycle Fire? То есть цвета колоды передают пламя. Огонь, пламя, да, то есть нам привычные черные и оранжевые цвета. То есть, собственно, надпись Bicycle. Ну, как мы знаем, да, костер к центру немножечко так поярче. И, собственно, цвета так и расположены. Обратите внимание, к центру поярче. Надпись Bicycle Playing Cards. Изображение пиковой масти с таким вот чертенком посередине и такими вот какими-то загробными рожицами. И надпись «Элементы серии огня». Ну, короче, элемент серии, ну, в простонародье просто fire. Bicycle fire. Да? Bicycle пламя, bicycle огонь. Здесь мы видим надпись «Element Series». Здесь мы видим информацию о покрытии Air Cushion Finish и производстве Made in USA, да? Здесь у нас рубаха, о рубахе мы сейчас поговорим отдельно, сейчас мы ее посмотрим. И здесь надпись, значит, покерный размер, размер и элементы серии. Открываем коробчонку, открываем вход в загробный мир, да, в ад, туда прям, где пламя хлещет. Внутри у нас ничего нету, обычная белая коробка. Вот такая вот она у нас. Ну что ж, начнем с обзора. О, господи, как же они пахнут хорошо. Обожаю запах свежей колоды. Итак, первым делом давайте посмотрим на наших джокеров. Джокеры здесь обалденные, джокеры такие прикольные. Короче, здесь изображены, изображен такой чертенок, который сидит в аду, вокруг горит костер, и кого-то он, видимо, сейчас на этом костре испалил. То есть у него в руках такой трезубец, он, походу, насадил жертву на этот трезубец и в костер положил. Ну и, соответственно, один джокер цветной, один джокер черно-белый. Вот такие вот прикольные здесь джокеры. А, давайте сразу посмотрим на рубашку карт. То есть рубашка это, ну, грубо говоря, огонь. То есть оранжевые такие и черноватые оттенки. Обратите внимание, как много прикольных изображений на этой рубашке. То есть сбоку мы видим изображение вот этого чертенка, что у нас вот здесь вот изображен. Здесь вот такие всякие рожи орущие, здесь вот рожи. Ну, в общем, полноценный ад. 13 кругов ада Данте. Вот такая вот у нас рубашка. Вот такие джокеры. Джокеры вообще козырные, мне прям очень понравились. Такие джокеры. Так, едем дальше. Что у нас далее? Значит, надпись Bicycle Fire и изображение пиковой масти, как на коробочке. И такой, ну, очень такой добротный туспик, мне нравится. Далее, двойки, тройки, четверки. Обратите внимание, шрифт немножко изменен, в отличие от классических, да, в отличие от Bicycle Standard. Лица старших карт те же самые, единственное, что все они такие цвета огня. То есть оранжевый, темно-оранжевый такой и темноватый, черноватый. То есть вот такие вот картишки. Красный цвет слегка засветлен. Не классический красный, слегка засветлен. Слегка засветлен. То есть вот такие у нас карты. Ну, то есть старшие карты то же самое. То же самое, то же самое. Те же самые, в общем, лица. Ну и червовые масти, да, то же самое все. Ну и рекламные карты, которые нам без интереса. То есть, что касается ходовых качеств. Ну, по ходовым качествам это те же самые байсиклы стандарты, как по мне. Но с другим дизайном. Значит, тасуются. О, не, ребятки, я вам соврал, они помягче, чем байсикл стандарт. Они помягче и гораздо приятнее, кстати, тасуются. Посмотрите, какой красивый веер. Во, класс. Как раскладываются они. Ой, красота. Блин, даглый прикольный цвет. Да, кстати, нет, нет, по качеству они мягче. Они помягче, чем Bicycle Standard. И с
ними так поприятнее работать, да. Контролируются классно, то есть при тасовках, вот если я делаю флориши, не разваливаются, то есть не рассыпаются, не разъезжаются. В общем, зачетные карты, друзья мои. Всем, кому понравилась эта колода, ссылочку на покупку я, естественно, оставлю в описании к этому видео. Пожалуйста, заходите, покупайте, карты реально классные. Так, ну да, очень приятные, очень-очень-очень приятные карты. Ну что ж, друзья, это был обзор колоды Bicycle Fire. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Я надеюсь, вам этот обзорчик понравился. Всем тем, кто не подписан на мой каналчик, ютубчик, я сразу предлагаю подписаться на него, подняться к нам на судно и ожидать следующих видосов. Ну а на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк, и да хранят вас боги моря и небес. Пока!